Здравствуйте, уважаемые казахстанцы. Меня зовут Никифоров Виктор. Я присоединяюсь к челленджу гражданских активистов и требую отставки всего нынешнего правительства, начиная с Нурсултана Назарбаева, Дариги Назарбаевой, Касыма Жомарта Токаева, Карима Масимова, Елжана Биртанова и всех остальных, занимающихся на протяжении 30 лет не благосостоянием народа, не развитием страны, а лишь самообогащением. Доверие народа вы не оправдали. Это доверие вы использовали в личных целях. На протяжении всего времени вы со своих лжетелеканалов рассказываете, как зажиточно живут казахстанцы с зарплатами 400-500 тысяч, какое у нас образование, здравоохранение на высшем уровне и так далее. Обо всех ваших антинародных действиях можно говорить бесконечно, и мы будем это делать. Алга ДВК, Алга Казахстан.